тебе ложка. Валя же у тебя болела? Да. Забили болела? Да. Ну вот видишь, я тебе говорю. Я забила. Все не зря. Солока болела. Лицом. Первая серия, вторая серия спиной. Оббегаем по наклону, то есть работаем корпусом. Вот сразу нужно будет переключиться с эпизода. Да, может, таких два действия не бывает, но нам нужно чуть-чуть добавить сегодня динамики. Чтобы вот дальше чуть сбрасывать, а потом уже пойти на подъем к игре и вот в хорошее состояние прийти. Чтобы не было ни фазы неутомления и фазы вообще расслабления. Хорошо? Да, мне на первую тренировку 47 на старине. Ну это нормально. Я нападаю. Да, 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 да. Хорошо, хорошо. Оп! Да, да. Хорош, хорош, переключиться. Можно? Браво, браво, хороший блок. Оп! Да, да. Стоп!
Есть. Девочки. Вот 11 метров. Вот такой полукруг создаем до штрафной. Вот выше его залазить нельзя, потому что там появляются большие углы, где нападающий легко может уйти в сторону, и мы уже не достигаемости. Хорошо при этом провоцировать. Давай, Таня. Ответили. Давайте обсудим хороший момент. Она уходит по большому углу. И вот ты заблокировал сейчас Васильича бедного, чтобы не пристрелили. Понимаешь, что? Да. Если твой угол уже такой, у нее тяжелый удар, не надо с запасом играть. Потому что на запасе ты и попалась чуть-чуть. А если бы ты уже здесь линию штанги все перекрыла, а Васильевич не защищал, у тебя была бы еще возможность туда вернуться, понимаешь, да? И угол какой будет у нападающего? Уже большой будет, что развернуться будет сложнее. Оп! Укатилось просто чуть-чуть, такое бывает. Капец, я не слил! Рука! Оп! Даже Месси бы не справился. Надо на каждый шаг вести. Наташа. Выходишь, показываешь и перебрасываешь. Вот так. Интересно, у меня лицо загорело? Нет, оно обгорело. Моя фокуса приехала. Почему типа? Мам, некогда. Еще один.